Сотрудниками управления ФСБ России по Волгоградской области на территории региона выявлены местные жители, причастные к созданию экстремистской организации. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что члены данной организации на своих собраниях обсуждают вопросы и подготовку к насильственному захвату власти с применением огнестрельного оружия и легковоспламеняющих смесей в отношении представителей правоохранительных органов и вооруженных сил Российской Федерации, их транспортных средств. Следственным подразделением УФСБ в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 и 2 статьи 282 прим. 1 Уголовного кодекса России. Проводится дальнейший комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на выявление иных участников и других эпизодов противоправной деятельности задержанных.